привет! Меня зовут Оля, мне 18 лет. Я заканчивала Градский политехнический колледж имени Вернадского. Учусь я на бухгалтера, но в будущем, наверное, не хочу быть бухгалтером. Эта работа более сидячая, а мне нужно двигаться, энергичная. Но пока что я не определилась, с кем я хочу быть. В дальнейшем заниматься танцами, танцевать группу поддержки Красного Октября. Мне здесь очень нравится, все здорово. Коллектив у нас тоже замечательный. У меня есть мечта, я хочу побывать в Диснейленде. Я люблю американские горки, мне кажется, это круто. Мой любимый игрок Единой Лиги ВТБ, конечно же, баскетболист Красного Октября, и это Артем Комиссаров. Он мне нравится, потому что он полностью отдается игре. Правда, бывает фолит, но ничего страшного, он борется за мяч. Увидимся на играх Красного Октября. Приходите, болейте и голосуйте за меня.